школьных конфликтов и формирования навыков коммуникации в Минске открылся городской ресурсный центр медиации. Приход новичка в школу, нарушение дисциплины, непонимание в классе и семейные конфликты. Все эти ситуации сейчас можно проработать в новом центре с привлечением нейтральной стороны. Для этого в школе обучают новым способам решения конфликтов. Ребятам, учителям и родителям рассказывают, как правильно вести переговоры, чтобы уладить спорные вопросы. В центр медиации 17-й гимназии на проспекте Рокоссовского могут обращаться и жители других районов. Создали школьные службы медиации, то есть обучили детей по принципу «равный обучает равного», где дети со своими сверстниками начали решать какие-то конфликтные ситуации. И, как правило, дети находятся в школе очень долгое время. И решая конфликты в школьной среде, мы, конечно, помогаем решать конфликты и дома. Поэтому субъектами решения вот этих жизненных ситуаций и призваны педагоги, родители и дети, чтобы договориться на базе учреждения образования.